бежал в озоны, в магазин. А я тут сделала вот такую коробку. Ну, вернее, крышечку. Покрасила. Ну, такая бордовая краска. Так прошлась сюда. И приклеила сюда. Магниты сейчас уже. Я переехала в Петергоф, и наконец-то дошли, у меня нашлось время, и дошли руки что-то сделать. Ну, вы уж простите, тут много посторонних звуков, потому что и у нас идет ремонт, и у соседей идет ремонт, поэтому шумно. Вот, а что я делаю? Вот есть такая плитка стеклянная. Она бывает разных рисунков, разных цветов, ну, абсолютно разная. Ну, вот это вот такая самая простая, оставшаяся от ремонта. Ну, те, кто меня смотрит, знают, как я люблю коробочки декорировать всем, что под руку попадет. Вот поэтому сегодня я буду уже, вернее, я уже декорирую. Так, ножницы потеряла. Ой, не могу. Внук успел схватить. Так, нашла. Плитка это на бумажной основе. Поэтому я сегодня зашла в фикс-прайс, купила ПВА. И приклею. Почему я их декорирую? Ну, во-первых, руки чешутся. Что-нибудь делать. А потом эти коробки становятся крепкие и служат много лет. Вот. Но я еще что делаю? Я в этих коробках отправляю украшения девочкам моим. Вот. Ну и, в общем-то, тут ничего, лапуськи мои, сложного нет. Отрезай да клей. Просто я коробочку подобрала, которая, ну, под размер подходит. У меня их несколько там есть, но они же разные все по размеру. Поэтому приходится... Вот посмотрела, вроде на эту хватит. И более-менее без проблем приклеится. Ну и все. И не красить не надо ничего. Коробочка желтенькая, плиточка разных оттенков, поэтому все будет хорошо. Может быть, она будет немножко скучноватая, потому что я-то люблю стол железный еще. Не нашла я. У меня еще вещи не разобраны, не нашла салфеточки. Вот. Я-то люблю, конечно, чтобы ого-го, было много ярко. Но тут получится такая спокойная. Они вот надорванные вот эти кое-где. Ну, ничего страшного. Сейчас приклеим. Так. Сын мой там делает внушение.
этим мастерам. Боже мой, кто сталкивался с ремонтами, с постройкой, прекрасно знают, что это дело, которое столько нервов забирает. Ну, вот представляете, мы был договор с ними, что мы переедем на первомайские праздники. В результате июнь. Мы переехали, конечно, но тут еще, ой, дело. И еще это протянется. Главное, второй этаж готов. А на первом этаже моя комната и туалет. Еще конь не валялся. А у нас 2 июля прилетят внуки и дочка из Болгарии на лето к нам. Ну, в общем, естественно, сын нервничает. Занервничаешь тут. В общем, короче говоря, мало того, что они пропадают куда-то, все стоит таких денег. Ну и, в общем, он уже, видно, ему надоело терпеть. Вот их не было несколько дней. Явились. Вот. И он с ними выясняет отношения. Так, ну что ж, мои хорошие, пусть сохнет. Потом будет тихо, я надеюсь. Я доклею и вам покажу. Ну, вы уже понимаете, да, что это будет. Я так думаю, что достойная коробочка получится, крепкая, и мало, собственно говоря, с ней работы. Но это не последнее, я еще буду делать, и у меня уже много их наделано, и много уже отправлено. Ну что, мои хорошие? Вот и готова моя коробочка. Сыну понравилось. Какая? А низ я желтенький оставила такой же. Помыть будет. Ну, протереть. Тут пыль еще есть. Ну что ж, спасибо всем за внимание. До новых видео. Пока-пока, мои дорогие.